в крови юной британской модели и визажистки, умершей в январе после вечеринки в Австралии из-за попытки сделать красивое фото, обнаружили алкоголь и наркотические вещества. Подробности гибели девушки появились у Mirror. По информации издания, в организме 21-летней Мадалин Дэвис, погибшей на рассвете на австралийском пляже, нашли следы метилендиоксиметамфетамина, МДМА, кетамина, кокаина и спиртных напитков. Согласно выводам экспертов, употребление указанных веществ привело к нарушению способности принимать решения, удерживать равновесие и контролировать координацию. О смерти Дэвис стало известно 12 января. Происшествие случилось на популярном австралийском пляже Diamond Bay. Британка возвращалась с вечеринки в компании семерых друзей и захотела сфотографироваться на фоне восходящего солнца на скале. Дэвис присела на край скалы, внезапно соскользнула с 30-метровой высоты, упала и погибла. 12 декабря сообщалось, что жительница австралийского Мельбурна захотела сфотографироваться и погибла, пытаясь подобрать позу для снимка. 38-летняя женщина вместе с семьей отправилась на живописную смотровую площадку Борака, расположенную в национальном парке Грэмпианос в штате Виктория. Позируя для фото, она соскользнула с защитного барьера и разбилась на глазах родных. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.